Выгодна инвестиция в будущее и собственный бизнес, а если еще с курсом на экспорт, при поддержке программы развития малого и среднего бизнеса, то успех обеспечен. Так считают участники форума, который вот уже третий раз проходит в Черкесске. В особенностях легкой промышленности с курсом на экспорт разбиралась Фатима Даурова. Особенности и тенденции мирового легпрома, новые возможности поиска каналов сбыта, способы расширения клиентской базы и усовершенствования работы с интернет-площадками. Тем для обсуждения у участников форума было достаточно. Диалог вышел конструктивным, затронув важные аспекты развития легкой промышленности республики. Представители предприятий и самозанятые бизнесмены получали практические инструкции с примерами успешного применения. Для предпринимателей очень важно дать главные направления, которые позволят им использовать вот свой потенциал. В течение двух дней участники представят свою продукцию на ведущей экспозиционной площадке страны, примут участие во встречах с компаниями и производителями легкой продукции. В рамках форума также состоятся мастер-классы по электронным площадкам, по маркировке товаров и по трендам сезона. Производители народно-художественных промыслов Карачаева-Черкесии имеют большие шансы стать конкурентоспособными даже на мировых площадках, считает министр культуры республики Зураб Агербов. Талант наших художников, наших деятелей искусств, он говорит сам за себя. Здесь есть вещи, они уникальные. А с учетом того, что это наш национальный колорит, который приобретает все большую популярность, он как минимум будет популярен у нас, в Карачаево-Черкесии, на Кавказе. Следующий целевой наш рынок – это наша диаспора за рубежом, которая, конечно же, любит и чтит традиции, и будет в орнаменте, в украшении своих домов использовать это. Ну и есть просто универсальные предметы, которые просто красивы сами по себе и будут пользоваться спросом везде. Но отдельно вот могу, например, выделить, здесь есть кожевенных дел мастер, производитель сёдел, которые по качеству, по соотношению цена и качество явно выигрывают российские аналоги. Но это настоящее произведение искусства. Традиционную для наших глаз, но такую оригинальную и экзотическую для чужестранцев этнокрасоту производят даже семейными подрядами. У нас сегодня представлены, например, пояса ручной работы. Они сделаны из японского бисера и кристаллов Сваровски. Это делает у нас свекровь с невесткой Малина и Фатима Мисроковы. Также у нас представлены изделия из керамики, глина обожженная. Эта работа представлены учеников Астемира Мироборского. Это делают дети. Основная задача организаторов форума – научить преподносить продукт правильно, с идеально подобранной упаковкой и в выигрышном свете представлять на торговых площадках. Форум как раз и призван для налаживания контактов между производителями и крупными федеральными сетями. Если и выбирать курс, то только на экспорт. Фатима Даурова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.